Итак, ребята, всем привет, со мной на связи, как всегда, Акакей. О, что он говорит? Скажи, четкий, да? Нет. Почему? Ну, нет. А знаешь, что отвечает на нет обычно? А, суда нет. Правильно, суда нет, все, поперли, у нас очень сегодня будет интересный видосик. Знаешь, что мы будем сегодня с тобой делать? Че? Короче, че? Рассказываю, сегодня ты станешь своим тотемным животным. Львом. В Майнкрафте нет львов на лисинке. Нет, я стану белым медведем. Ну ладно, хотя бы не коричневый медведь. У меня осталось 18, и все, у меня больше ничего нету, у меня времени нету. А, 4, 3, 2... А почему? Я рыба! А я не превратилась! Нет! Я хочу жить! А какие? Ты где? Алло? Попробуй найди меня среди рыб! Погоди! Мы с тобой что? Лошадь! Мы с тобой порядку превращаемся, что ли? Ну, походу, но у меня пока что нет никакого таймера, и здорово! Ты чё, рыба? Иди сюда, я тебя сейчас как пну! Иди сюда, сюда, иди. Давай попробуй, чертила! Ничего ты мне не сделаешь! Нет! А, пиглин! Погоди! А как оно работает? Оно как-то рандомно нас превращает. То ты, то я, что ли? Ну, походу. Вот, 14, 12, 10, 8, да, 6. А у меня 0. Точнее, у меня ничего нет. А нет, у меня 3, 2, 1. Не понял. Все-таки... 28. Слышь, утонул. Ты что тонешь, братан? Я не знаю, 18, 14, 12. Точняк, я пойду рыбу нафармлю. Я надеюсь, я превращусь. Опа! Что такое? Ты где? Ты что делаешь? А, взрываю рыб. Зачем? Думаешь, что это ты? Я давно не рыба. Да я знаю, что ты не рыба. Просто пока я крипер, я такая решила. Слышь, ты где? Офигеть, я корова. Ну ты офигел, еще умирать буду. Бери меня быстрее на руки, давай найти деревню. Ты меня еще убьешь, придурочный. Ладно, извини, пожалуйста. Возьми на руки, найдем деревню. Быстро! Опа! Нет, я рыба. Бесполезничь, просто бесполезничь. Я в шоке, Акакий. Так ты сама, кто вообще корова? Да ты корова. Корова, за словами своими следи. Это прозвучало очень оскорбительно, извини, пожалуйста, меня. А, то есть, а если меня назвать барашком? Все, как я, иди в задницу, тут вообще ничего не видно, я хочу в деревню, я слепой. А где ты? Да иди за мной, быстрее, я на скале! Я уже умерла 100 раз, пока добежала до сюда, Акакий, ты где, Акакий? Акакий. Был убит. Меня Эндермен убил. Короче, какое-то сложное у нас выживание, да? Да помоги мне вылезть! Здорово! Помоги мне по-братски, сломай камень, а! Ща! Я сейчас просто тропинку тебе сделаю. Ага. Какую тропинку? Камень сломай, я тебя прошу! Я его ненавижу! Я в черной дыре, Акакий! Что? Я аксолотль! Ой, тебе водичку нужна, аксолотль! Вот придешь сюда, я тебе тут... А мне не нужна вода? А, ну и пошел в жопу. Я тебя ненавижу, у меня больше нет друга. Давай, достань меня! Ты, млекопитающий, не умеешь летать, да? Да? Че, не умеешь летать? А вот слабо вот так вот, а? А, слабо? Видишь меня? Я попугай! Я вообще всемогущий! Я вообще... Нет! Млекопитающая, походу, выиграла этот бой. Я сейчас зомби, я откушу тебе голову. Молись, чтоб тебя голем не съел. Давай мы с тобой поспим, Акакий, ты где? Я? Ну, давай, я сейчас к тебе прилечу. В смысле, прилетишь? Ты где? Да ты задолбал меня трогать! Все, пошли спать, ты мне пись, я хочу утро! Пошел отсюда! Ты можешь лечь спать, пожалуйста? Животное, жди меня здесь, да? Я сейчас найду другую кровать. Хотя вообще-то ты летающий, мог бы и ты найти. Все быстрее, пока я не перевоплотилась. Тут некуда лечь! Сейчас найду, у меня одно хп. Все. Не ложись, нет, наоборот, ляжь. Ты лег? Ты спишь? Нет. Ляжи. О! Ты где? Я сгорела заживо. И все, у меня больше нет друга. Ты что, мне подшёпник дал? Да. Извинись. Нет. Извинись. Я фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Если что, ссылочка на донат этому бедному на лечение будет в описании, да-да. Шо? Это мща, да, пришла к тебе? Иди сюда. Истинный облик, как я, курица. Ну попробуй, догони меня. Ты меня уже бесишь. Ты курятина недоделанная. Сюда подойди. Так, ребята, давай. Все. Быстро пишите в комментарии, звать меня это чудовище в ролике, либо нет. Если тут будет 10 тысяч лайков, значит... Значит, что, Акакий? Это означает то, что... Нет, у меня пол хп, отстань. Иди сюда, аксолотль тебе. Тебе задницу откусит. Не надо! Она у меня большая, я хочу, чтобы она у меня осталась. Не, давай чуть поменьше сделаем. Немного миска вкусну.
Иди сюда! Давай, давай, иди сюда, давай, иди сюда, давай. Ой, что такой слабенький голем, такой слабенький голем. А что ты сделаешь мне? А ничего ты мне не сделаешь, слабак. Слабачина, да-да, давай, давай, иди сюда. Давай. Ты что, рыба? Кто я, кто я? Нет, да почему я опять рыба? Нет, уйди, 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 уйди. Смотрите, как он брыкается на суше. Иди сюда, рыба. А куда я тебя вижу? А я тебя... Да куда я всплыть не могу? Нормально могу. Эй, псина сутулая, ты где спрятался? Пес, алло! А что на мне за эффекты летают? Я рыба. Погоди. Я, конечно, видела движение. Ты что там? Короче, 10 тысяч лайков с Акаки я больше никогда в жизни не снимаю. Ладно, так уж и быть. Поднимаю ставку до 12. Будет 12 тысяч, больше снимать не буду. A few moments later. А, наконец-таки я стала эндерменом. Ловомерка! Давай, молодец, житель. Вот это вот ломай. Молодец, давай, давай. И мне все. И куда ты уплыл? Подальше от тебя, ловомерка. Вот именно, бойся ловомерок, потому что я хотя бы добрая ловомерка, а ты постоянно бьешь меня. Ах, ребята, ребята, теперь я понимаю, почему. Почему у тебя нет друзей? Чертила недоделанная. Иди сюда. Ты где? Рыба. Алло. Какая рыба? Ты рыба. Я не рыба. Ты не рыба, а кто ты? Я? Ты вот этот заклинатель коров? Или кто его? Стоп, ты заклинатель или ты вот этот корова? Она слишком подозрительная. А как? Да, да, я корова, я корова. Можешь давай нападать на корову? Зачем мне нападать на корову? Это ты неадекват, еще проверим. Нет, это был не ты. Это ты неадекватно на всех нападаешь, я никого не трогаю. Заклинатель чертов, ты где, алло? О. Корова. Прикинь. Прикол. Ну, с тобой снимаем 3 года, а мы с тобой даже кверсак не сделали. Жесть, с тобой, я не знаю, с тобой, наверное, 3 года проходить Майнкрафт. Ну да, давай, ломай. Ты где? А, господи, ты паук, я думал, ты сзади меня стоишь. Я не паук, я человек-паук. А, господи, я же думала, сейчас проверим, паук ты либо не паук. Ладно, я фантом. Я бесполезничаю, я фантом. Я умею летать, но, конечно же, днем. Ты у меня что, спер один блок? Нет, я тебе помогаю добыть. Молодец, молодец. Друзьям надо помогать, правильно? Нет. Алло. Нет. Ты куда убегаешь? А я? Подальше. От кого? Да я хочу проверить эту деревню, потому что ты уже сколько здесь находишься, ничего вообще не проверил. Ни один дом, вообще все не проверено. Тогда? Мы с тобой могли так-то ресурсы получить, побольше еды, верстак, плавильню. Ты, конечно, об этом не подумала. Потому что ты меня вообще-то убивал. Нет, ты охотилась на меня, будучи аксолотлем, когда я был рыбкой. Да, потому что это моя мща тебе. Акакий. Акакий. Да-да. Акакий, смотри, кто я. Кто? Смотри. Куда? Ты где? Я верстак забираю. Ладно, все, можешь уже не смотреть, Акакий. Почему? А кто ты? Ба! Понял, опять. Че опять? Я говорю, я бесполезен, какой-то жесть. Моя суперспособность, что может сломать один блочок? Это ты? Это не ты, а где ты? Это ты? Акакий. Я сейчас плаваю. Смотрите, какой хитрожопый, да? Ой, попугай! Бежать! На моих глазах житель стал попугаем. Ну еще дозалутал что-то интересное в домах. Конечно. И что там было? Не скажу. 9 тысяч лайков. Я понижаю. 9 тысяч лайков. У меня больше ничего нету. В смысле, у тебя больше ничего нету? Ты что-то мне дал? Нет, я просто упал, разбился, у меня все пропало. Я чуть сейчас тоже не померла. Все, Каки, ну ты уже задолбал, давай вместе это, скарифанимся. Вот такое ощущение, будто бы ты будто бы 100 лет не играл с людьми. И ты забыл, как надо с ними контактировать. Объединяться для достижения общей цели. Ну а что, у тебя какую общую цель? Ты где вообще? Я тебя не вижу. Я иду к тебе. Я не знаю, ты такой, знаешь, такой красивый, такой важный стоит, смотрит на меня. Иди сюда, попка, дурак. Да не хочу в луже вместе с тобой купаться. Иди ко мне, по-братски, давай. В лужу? Да. Нет, в лужу нет. Иди сюда. Нет. Раздели со мной этот джакузи. Да ты задолбалась! То мне только в воде жить, то мне наоборот только и не в воде, где угодно, но не в воде. Пойдем. Акакий, нам с тобой надо понять, как жить в этом... Ты так на меня смотришь, забавно. О, я сильный. Пойдем. У тебя верстак есть? Молодец. Будет 2. Нам с тобой надо первым делом что? Правильно. Сделать себе, ну, хотя бы топорик. У тебя топорик есть? Нет. Ты что орешь? Да не знаю. Не ори. Пойдем. Пойдем заниматься. Опа. Блин. А, нет, получилось дубовые доски получить. Держи. О, еще ресов. Стоп, ты только что превратился. Но это была не я. Ага. Так, в смысле, ты упал? Во-первых, ты с высоты упал. Вообще очень странно работает превращение. То ты, то я. Вот сейчас буду... Да. Не найдешь. А как, я тебя нашел? Нет. Да. Да ты можешь успокоиться, а? Да я испугался, я смотрю, попугай какой-то, я испугался. О, рыба. Ты чё? Ты... Да ты... я рыбу увидел. И чё, я решил, не... надо бацнуть по ней, да? Ну да. Вещь мои подбирай. Животные. Знаешь, почему ты животное? Да, без разницы. В смысле, без разницы. Почему, давай. Давай, почему я животное? Потому что из-за тебя! Я рыба, которая даже до водички добежать!
не может. А почему из-за меня? Потому что ты меня убила, я появилась в жопе. Так, а я в чем здесь виноват? В том, что ты меня убила, я в жопе. Нет. Да! Ну и ёшкин ты... Это куда? Чё, я ничего не сделал опять? Чё начинаешь? Ничего я не делал, я в тебя не попадал, я коров сжигал. Ну вернись, ну иди сюда, ну посмотри мне в глаза. Ну слушай, повезло, что ты на самом деле выжила, потому что я уж думала твой... Я хотел выше подлететь. А, ты хотел прям, чтобы без шансов, да? Да. А, понятно, Серджио у нас... Как понял? Я погребен заживо, ты думаешь, я знаю? Ты просто в блоке кашись застрял, я походу огромным был. Да-да-да-да-да-да-да, ты походу в кого-то превратился и моментально в текстурку попал. Ну чё, жду тебя тогда обратно, я пока что посмотрю, что у нас в сундучке. Так, чё у нас тут, один обсидиан. А как и на этого хватит на портал? Не хватит. А что делать? Добывать. Кого? Обсидиан. А как? У вас на кирке. Не, ну можешь плевком, конечно, я не знаю. Но братан! Ты не ладно, так же не получится. Зверь, мы с тобой одинаковые. О. Ну да, все-таки моб-то один. Ну да, я к тому, ну, что да. Мы с тобой как два близнеца. Ну были до этого. Нет. Почему? Нет, не близнецы мы с тобой. Почему? Ты зеленая. Ну сейчас понятное дело. Так, ладно, тут еще есть у нас огниво. О, золотой шлем. О, кусочки железа. Все, а как я придумала, чем мы с тобой будем зарабатывать в этой жизни? В этой жизни мы с тобой садоводы. Как тебе идея? А что ты будешь высаживать? Морковку. Ну, это все. Нормально. Ты давай там сама занимайся своими делами, я рыба. Ну ничего, через 30 секунд превратишься в кого-нибудь другого. Блин, так и судя порталом ничего не сделать. Так, мы это можем... Нифига себе, я высокий. Мы это можем добыть... Услышь? Не разрушает. Че, уплыл? Нет. А, господи, ты настолько... Я тебя даже не увидела. Короче, все, я понял. В это слишком сложно играть. А как я стала тобой? Хорошо. Че ты меня пытаешься занюхнуть, я рыба. В общем, ребята, как-то слишком сложно жить в этом мире. Особенно, когда Акаки рыбка. Ты перепутала. Кошек зовут так. А, господи, ты тут. Он настолько маленький, что я его даже не замечаю. В общем, мы вас любим. Да твою курузу, я могу нормально попрощаться. Ладно, Акаки, дай я хотя буду смотреть на тебя. В общем, ребята, мы вас любим, целуем. Видео с тобой справа очень интересное. Ссылочка на Акаки будет в описании. Но, что еще надо сказать? Не знаю, что у тебя там говорят еще. У меня говорят... Лайк, подписка, колокольчик. Будет классный твой денечек. Опа! А кто это говорит? О, ну ладно, тогда я сопрою эту фразу на это видео. Подписка, колокольчики будет... Короче, мы вас любим, целуем. Всем пока-пока. Я скажу за нее. Лайк, подписка, колокольчик. Будет классным твой денечек. Молодец.